Саша, ты заметил, как у меня уже волосы отросли? У меня были где-то вот такие. Ну да, почти по плечи были, уже отросли. Привет, азиаточка. Цыганча. Цыгане топ. Я замечала, общаюсь с кадавами, начинаю сам плохо говорить. Ну, может быть такое. Ну, вы хотя бы можете это заметить, такой, блин, нет, надо говорить нормально. А я не могу. Я ж даже в мыслях картавлю, понимаете? Как это? Ну вот так. Ну, кстати, я замечала, знаете, что картавость девушкам, она как-то более подходит, чем пацанам. И пишут так же. Нет. Пишу я нормально. Что... Это как-то девушек бывает делает более милыми. А пацанов с пацанами так почему-то не работает. Не знаю почему. Да полайкайте меня, боже, что вы как это? Сидят на ушном, 6 человек. Вот такие вот дела. Сидят и слышат. Да, полакушки развесили и слушают. Шоу это там. Сейчас пойду кушать готовить. Паша, спасибо большое. Паша, погнали за томатным соком. Паша, что ты сегодня кушал? То я, может, тоже что-то такое приготовлю.